Тина маслом, в гробу карманов нет. С этого города депортировали 1500 человек. Вернулось в этот город 50 человек, 30 не из этого города. Это памятник тем, кому разрешили взять с собой чемоданы. Это были люди с железным рыцарским крестом. Это высшая награда Германии. Это как медаль Конгресса США или Герой Украины, Герой России. Дальше некуда. Это люди, у которых есть докторская степень, ученая степень, ученые, доктора наук, профессора. Им разрешили брать с собой чемоданы и матрасы. Но когда они прибыли на вокзал, у них это все забрали. И вместе со всеми загнали в вагон. В гробу карманов нет, пацаны. В гробу есть кайф от пройденного пути, от роликов, от двух колес, от четырех колес, от футбольного клуба, от банка, может, не знаю. От денег кайфа в гробу нету, от ваших заслуг кайфа нету. Поэтому при жизни как-нибудь старайтесь не косячить и продлевать ее. Демонов все-таки хватает, которые хотят тебя ее отобрать. Так что кайфуйте от жизни, берите свое и не гребите с собой больше, чем вам надо.